Thank you.
голову сильно. С результатом 225 килограмм выиграл представитель города Люберцы Шкарманцев Сергей, кандидат в мастера спорта. Награждение производит ветеран нашего вида спорта Романов Сергей, кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель первенств Московской области. На втором месте с результатом 215 килограмм Косухин Сергей из Ступино. И на третьем месте с таким же результатом 215 килограмм представитель города Видного Степанов Александр. Все награждаются грамотами, а за первое место и ценным подарком. Участники свободны. Подождите, сейчас щелкнуть, подождите. В весовой категории до 77 килограмм. Ты ближе прям подходи, ближе. С результатом 257,5 килограмм первое место выиграл Пилатов Сергей из города Винного. На втором месте Сулименко Александр с результатом 250 килограмм.
и на третьем месте с результатом 240 килограмм Кудимов Виктор из Видного. Участники свободны. Шагом марш.